Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет, я буду пересаживать малышей адениумов. Наконец-то я добралась до них. Это мои сеянцы, им чуть больше года. И посмотрю, что они себе там нарастили, какие корешочки, поменяю им грунт, но оставлю их в этих же горшочках дальше расти, до следующего года. Вот как вы видите, они у меня стоят все пушистые. Меня спрашивали в комментариях, покажите поближе своих сеянцев. Я их обрезала не раз макушки, я им постоянно подрезаю, чтобы они не вытягивались, чтобы пушистая крона была, и в то же время, чтобы набирал каудекс тоже, видите, и там же еще корешочки, сейчас вот я буду каждого показывать вам, мне просто самой очень интересно, что же там внутри, но горшочки тяжеленькие, очень интересно. Что мне для этого нужно? Ну, посуда у меня остается та же, грунт я уже приготовила, грунт должен быть рыхлый. То есть у меня здесь идет, ну, примерно одинаковые части. Грунт для кактусов, потом перлит. Ну, в общем, разрыхлители. Древесный уголь я добавила туда. Потом крошку керамзитную добавила. В общем, получился рыхлый грунт. И немного еще туда кинула перегноя. Вообще у меня про грунт очень много видео, как бы, вот, когда я пересаживаю дышки, я в принципе всегда мешаю грунт. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Ну что, приступим к пересадке. Ну, начнем с первого. Смотрите, какой у него каудекс очень толстый. Это вот благодаря вот этим обрезкам. Но сегодня я их тоже некоторые буду обрезать. То есть я пока, я говорю, мне с цветением я не тороплюсь. Но я хочу, чтобы выросло красивое растение. В первую очередь. Угу. Вот некоторым я даже прищипывала в маленьком возрасте центральный корень. У некоторых я вот так вот, ну когда садила, вот так вот растением крутила. И вот смотрите, что я накрутила. Видите, какие косы. Вообще прикольно. Он вообще просто косой здесь весь. Красавчик. Они же еще молоденькие. То есть будет... Мне прям нравится. Вообще папулька такая. И такой прям вообще красавчик. На дно я положила керамзит. И теперь вот так вот грунтиком чуть-чуть грунтика положила. И, конечно же, я буду удобрение осмокот для хорошего роста. Ну, пойдем. Я его буду углублять. Просто пусть он наращивает дальше свои красивые формы. Вот так. В следующем году, думаю, он будет вообще хорош с собой. И вот на него смотрю, вот сейчас вот эта веточка у него будет вытягиваться. Я не хочу. Я ее вот так обрежу. Вот так. Вот эта веточка у него вот здесь побег дала, вот здесь вот. Видите, пушистый будет. И эта веточка тоже так же потом раздвоится. Второго богатыря, смотрите, какой он. Вообще тоже. Сейчас посмотрим, что у него там за папулька. О, какие корешочки. Ну, полностью хочу убрать. Вот видите, какие у него здесь. Ну, такого кренделя, конечно, нет у него. Но у него стал расти. Здесь смотрите, потом будет интересно, как
будто, не знаю, нога. Ну, в общем, вот такой вот, видите? Вот такой вот, очень толстый, смотрите, очень толстый. Корешочки хорошие, и здесь он стал утолщаться. В общем, вот такой экземпляр. Ну все, насыпала на дно керамзит, добавила удобрения, и сейчас я буду его тоже вот так вот засыпать грунтом. Ну, конечно, у меня опять же проблема, у меня почему-то отклеились номера, которые обозначали, какой сорт. И опять у меня вот получается, опять не знаю, где какой сорт. У меня какая-то вечная эта проблема. Почему-то отлепляются у меня вот эти скотч. Самое, наверное, хорошее, это, конечно, лучше бирку вешать или вставлять что-то с названием. Такой лопаточки типа, или ложечки. Ну, теперь уже все. Но я их все равно для себя, так что, как зацветут, будем вместе с вами разгадывать, какой сорт. Ну, вот такой вот парнишечка получился. Ну, я его здесь не буду обрезать. Такой вот, пусть он попозже, если что, его. Этот тоже, вот смотрите, он прям, макушка у него вся-вся-вся распушилась. Он весь какой-то в таких, в этих почках весь. Посмотрим, что у него там внутри. Ну, здесь тоже, видите, как завернулся корешок. Как нога на ногу. Ну, тоже там уже приготовила ему. Буду вот так вот засыпать. Я все их засыпаю, как бы не оголяя корешочки, чтобы они наращивали красивые формы. Растут, конечно, медленно. Хотелось бы побыстрее. У меня предыдущее видео было формирование корней. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. Там у меня 4 экземпляра, которым я полностью убирала корешочки. Ну, там некоторые оставались, а так в основном все срезала. Тоже очень интересно получилось. Но это тоже я не буду обрезать, потому что у него, посмотрите, какая тут пушистая прям шапочка растет. Оставлю так, как есть. Это тоже, смотрите, видите, какой вес пушистенький. Вот на нем, кстати, остался сорт. Цифра 7. Ну, этот тоже себе там нарастил. Куделю. Ну, вот, вот такой вот он. Вот такие вот корешочки. Ну, сейчас рано, конечно, вот это все как бы смотреть. Вот эти формы. Еще через годик. Конечно, там уже будет видно вообще, что и как. Там уже можно будет немножко поднять их. Вот видите? А так мне они прям все нравятся. Хорошие карапузики такие. Вот еще сколько в ожидании. И еще на столе штук, наверное, 8. Так что буду сегодня пересаживать, насколько хватит грунта. Остальные завтра. Ну вот 4-й. Только еще. Тоже очень пушистая крона у него получается. Мне прям нравится. Что нету вот таких вот выкинутых таких. Не люблю вообще такие. Я уже говорила, что я не тороплюсь цветением. Они зацветут, как придет время. Главное, чтобы растение было такое красивое. С формами. Ну, сейчас вот еще этого покажу, как я пересаживаю. А остальные я вам буду показывать просто формы, какие нарастили. И все. Так быстрее будет. Ну, вот у этого я хочу, конечно, вот эти веточки маленько укоротить. Они слишком какие-то длинненькие торчат. Вот так вот. Ну, тоже такой вот.
непонятно еще здесь. Здесь просто очень много мелких корешочков. Ну, вот такие там тоже как бы утолщения. Ну, я говорю, что вот на следующий год уже будет вообще видно. А так прям, смотрите, так как лапочка такая. Ну, этого я тоже хочу вот так вот ему обстричь. Тоже как-то. Ну, оставлю пока его так. Ну, все, следующего смотрим. Что у нас тут? Ну, вот все по-разному развиваются. Хотя условия одинаковые у всех. Этот вот тоже кренделя тут нарастил. Смотрите, какие. Вот, видите, какой тут хороший. Крупненький такой корень. И сам весь такой пушистый. Следующий пошел. О, сухущий вообще. Что-то дружочек совсем пересох у меня. Ну тоже вот видите, какой он тут весь. Тоже весь такой интересный там. Красавчик будет в будущем. Тоже пушистый весь такой. Следующий будем смотреть. Ну, этого точно. Ноги, смотрите. Вот так. Вот, видите, какие. Да-да-да. Вот это вот такой животик. Здесь попочка у него и ноги стоит. Вот если вот эти вот обрезать, то вот такой вот чудик. И как будто еще в сапожках, не то что ножки. Смешной. А этот вот у меня с Али. Я тогда заказывала штук 25, по-моему. И вот у меня всего-то зашло, не помню, 3 или 4. И вот он как раз вот такой же. Ну, кстати, вот он такой крепенький. Сейчас посмотрю, что у него там за корешочки. Ну, такой толстенький. Видите? Тоже его обрезать надо. Но этому, конечно, надо сделать стрижечку. Стрижечку я, наверное, даже ему вот так вот сделаю. Так, вот это вот обрежу. И вот так вот я его обрежу совсем. Так, салфетки чистые. Чтоб он, знаете, вот здесь вот тоже вот так распушился. И там толще будет. Ну вот, пересадила я только первую половину своих одешек. Вторую половину я буду пересаживать завтра, потому что у меня и грунт закончился. Завтра разведу и пересажу, но уже снимать не буду. После пересадки я, конечно, их немножко полью. Я их вообще всегда вот так вот поливаю. По чуть-чуть вот так вот смочу им верхний слой. Тем более сейчас уже вечер. Сильно поливать не буду. И обязательно теплой водичкой. Итак, следующее. Увидимся в следующем видео.